На озере, расположенном высоко в горах, есть остров, жители которого прибыли из космоса и считают, что люди опасны и ужасны. Однажды крошка Мимоль слышит чарующие звуки фортепиано и покидает границу деревни. Какой большой дом! Лучше держаться от него подальше. А я притворюсь мертвой, если меня заметят. Как подружится крошка Мимоль и прекрасная Мариэль? Как отнесутся к этой дружбе жители деревни? Смотрите в аниме-сериале на телеканале Гумор ТБ. Гумор ТБ, развяжи ТБ.